приехал ко мне доктор Айболит. Лечимся, витаминки. Смотрю ТНТ, наконец-то. Вот телевизор посмотрю. Во всем надо искать плюсы. Читаю ваши комментарии. Спасибо вам большое за теплые слова, желания. Я вас люблю, не болейте. Самое главное – здоровье. Вот я. 23:00 сегодня, смотрите. Премьера трека с Вити АК, новый гимн Дома 2. Час ночи, закончили съемки на Доме 2. Снимали сегодня кастинг «Приход» шоу, каждый понедельник. Все, я сейчас расплету свои булечки и поеду домой отдыхать. Пришли ко мне мои витаминки прямо из Берлина, из Германии. Спасибо, Эду, большое. Очень хорошие для иммунной системы, а это витамины для женщин. Ну что, с Богом. Сил нам всем сегодня ночью. Я даже не знаю, что говорить в такой ситуации. Ночные смены, они всегда очень утомительные, но работа есть. Так, наш девиз «Команда Ух работает до двух» сегодня не актуальный, потому что мы будем работать до 8 утра. Тебе что-то не нравится? Мне все нравится. А тебе? Мне не нравится. А у нас Перегрим. Перегрим. Ты меня называла. Усталость у нас. Нормальный, у нас еще все только начинается, все самое страшное впереди. Да, все самое лучшее. Мне просто интересно, кто-нибудь среди моих подписчиков не спит? Кто-нибудь работает? Я знаю, кто точно работает. Та-дам! Та-дам! Мои люди всегда со мной. Ни на кого он не похож. Его прикосновение, он мое свободное падение. Я с ним на все запила. Нехило зацепила. Настя. Я с ним на все забила. А мы снимаем. В общем, у нас был 5-минутный перечай. Не перерыв, перечай. И мы вновь идем сниматься. А на улице уже светло. Так-то. А вы уже спите, да? А мы работаем. Светло на улице, вы понимаете, что уже светло на улице? Арам, ты понимаешь, что уже светло? Уже рассвет. Скоро рассвет, сил больше. Ровно 24 часа на ногах. 8:30 я закончила важные съемки, большой очень проект. Еду домой, а вставать через 3 часа. На улице такая погода классная.
Поспала 3 часика, уже вся в движении. Работы очень много. Люблю вас, хорошего дня. Мы только что сделали, опять. Обстрел какой-то идет. Скажи, что ты со мной сделал? Что за война какая-то? Мы очень крутой трек записали. Очень классный трек моего дружбана Артема. И это получилось круто. Тема, тебе понравится. Вау, yeah. Я обладаю удивительной способностью включаться в тот момент, когда это просто необходимо. Что сегодня ночью до 8:30 снималась, что сейчас на студии отдала вообще все силы, всю себя. Сейчас на лобной. Так и не скажешь, да, что я плохо себя чувствую. Я на работе, девочки мне навели красоту. 10 часов, иду в кадр. Сейчас кофейку попью, чтобы проснуться. Весел тут ходит. Я уже который день в очках, потому что, во-первых, не высыпаюсь, а во-вторых, из-за болезни очень болят глаза, и линзы просто невозможно носить. Как мне идут эти очки? Нравится? У меня много всяких разных. Не замерзну я так на лоб. Зато сразу похудела. Только женщины могут делать такие потрясающие подарки. Ангелиночка, спасибо тебе, моя девочка. Столько красоты, сейчас все буду смотреть. Ой, спасибо, зайка моя. Спасибо, родная. Мне кажется, только я с температурой могу так шикарно выглядеть. Меня сейчас убьет моя мама, когда узнает, что я не была дома, я работала. Но, к сожалению. Но вот доказательство того, что я все-таки себя берегу. Я дома в 9 часов. Хочу на ручки. Всем привет, мои девочки. Я заказала еду в своем ресторане «Бусфуд». Ко мне едет Антошка, Лапа, Янка, Кус. Прилетай тоже из Питера. Будем смотреть киношку. Я вас жду. Почему, как только я доползаю до дома, сразу теряются все силы, энергия. Поэтому не могу встать. Сейчас я приеду, все сделаю для меня. Я болею. Итак, первый пошел. Че привез? Показывай. Воду, то, что ты очень любишь, хлеб и десерты. Твоя слабость. Ну правда, рыбку, салат, бусцы. Когда у тебя свой ресторан в Москве и доставка на дом. Ой, смотрите, сколько вкусняшечки мне привезли. Ой, шоколадки. Это все сейчас я буду есть. Все, все, все. Все, вы меня красиво увидели, увидели. Пойду смывать макияж, буду валяться. Сейчас выберем какую-нибудь киношку. В общем, вы меня поняли. Все, я на домашнем, смываю макияж и буду валяться, смотреть киношку и отдыхать. Не болейте, мои хорошие. Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу машину, то я никогда не встречу. Точно. Эти два фактора будут в этом проекте. Человек очень раскрывается, когда перед ним встает выбор. Продолжаю лечение. Самое ужасное – это болеть. Берегите себя, пожалуйста, все. Вот такая у тебя сегодня. На работе. Сегодня долгий день, съемочный. Просто устала уже слышать вопросы, как ты себя чувствуешь. Поэтому я буду, наверное, уже говорить, что я хорошо себя чувствую, потому что 2 недели уже болею, и лучше не становится, я устала болеть. Поэтому сегодня я на работе с самого утра.
У нас долгий солнечный день. Вечером у меня выступление частное, на частное мероприятие. Температура пока есть, к сожалению. Завтра у моей сестренки любимой состоится открытие шоурума с ее потрясающей обувью, которую я ношу уже 3 года. И я-то знала, что она владельца. Заходите, канчики, смотрите адрес, приезжайте. Работа любимая. Буду петь сегодня для одной крупной компании. Вот такая вот я. Одна лишь ночь. Мои новенькие, просто космические Гуччи. Новая коллекция. Раз, два, боже. Вот. Мои. Ну что, у меня целый день восстановления. Вечером банька с раками, с такой вкусняшкой, грибочки, чтобы окончательно уже выздороветь и с новыми силами ворваться в работу. Хорошо. Как хорошо, никуда не спешить идти, валяться, наконец-то. Наконец-то у меня больничный. Наконец-то, говорю, у меня больничный. Когда нужно загорать, купаться, у меня больничный. Я отдыхаю, потому что во сне все восстанавливается, все лечится. Мы решили просто выползти из номера. Хотя бы просто свежим воздухом подышать, да? Да. Дыши. Дыши. Красиво так. Ой! Ну как-то в номере сидеть, наверное, не совсем правильно. Вот решили выйти погулять хотя бы чуть-чуть. На улице жара. Ну просто нереально. Мне и так жарко еще. Солнце. Вы помните, да, в
прошлый раз. Я здесь купалась и поранилась. Но я купаться не буду, я немножко еще не до конца выздоровела. Просто. Мой завтрак — арбузик, фруктики. На завтрак у меня борщ. И вот такой вид потрясающий. Валялись немножко на солнышке. Сейчас идем в номер собираться потихонечку на концерт. Территория, конечно, красивая, да? Горы, море. Дольче Вита. У меня скоро там концерт. Мои хорошие, все, кто отдыхает там, приходите. Мы начинаем в 10 с чем-то. Жду вас всех, мои любимые. До встречи. Сегодня я дракошка. Вот у меня сички. Такой макияж. Красный. Сейчас доеду, еще переоденусь в красивую одежду. Бодичка. Хотя тут тоже ничего. Ну что, мы доехали до Омара. Все на месте. Чё такой грустный? Улыбайся. Ты чё грустный? Улыбайся. Ну, мы всегда улыбаемся. Сейчас будем переодеваться. И на сцену. Чик-чик-чик. Так, ну что. I'm ready. Уже не терпится выйти к вам, мои хорошие. Скоро начинаем. 10 часов. Спасибо.
сразу после концерта мы поехали в аэропорт. И я так счастлива, что мне удалось забежать в душ и смыть макияж. Я чистая. Я очень надеюсь, что в самолете удастся поспать, что завтра тяжелый день. Обложка «Комсомольской правды». И что тут? След за Дзюбой зарулила Буза, ведущая Дома-2, тоже стала голосом Яндекс.Навигатора. А вы скачали Яндекс.Навигатор? Ссылочку кидаю здесь. Ура! Полностью прижмите маску к носу и рту, закрепите, как он демонстрирует. Дышите нормально. Place the mask over your nose and mouth. Secure it as demonstrated and breathe normally. Как-то доедем. Нам по жизни повезет. Маршрут построен. Я езжу по Яндекс.Навигатору со своим голосом. Если вы еще не скачали, свайпайте вверх. Помогу вам доехать. Собираю чемодан, выезжаю на гастроли через 10 минут и смотрю рекламу на ТНТ. Скажите, мне интересно, кто-нибудь так же, как и я, застегивает чемодан вот так? Мне ему не застегнуть, помогите! Операция по закрытию чемодана выполнена успешно. Собралась. Главное теперь успеть в аэропорт. Начинается тур. Всю информацию буду размещать в сторис у себя в ленте. На улице уже светло. Ромчик, мне тяжело чемодан тащить. Давай колей меня, встречай в аэропорту. Я скоро буду. Мчу. Что? Ветер! Аккуратно! Доброе утро! Посмотрите, куда мы приехали, в какую красоту! Туда хочу! Купаться! Как красиво! Мяу! Мяу-мяу! Посмотрите, как тут красиво! Ну что за красота, Анапа! Гостиница находится прямо в скале, представляете? Ти-ти-ри-ти-ри. Тут мне птички напели, что в этой гостинице я не одна. Мой хороший. Мы встречаемся сегодня на моем концерте или завтра на твоем? В моем номере или в твоем? Какая красота. Мне мало с подписом. Да вы что? И что, да. Что вы думаете обо мне? Я думаю, что вы прекрасны. Спасибо большое. Арамчик, давай скорее. Я не спала всю ночь, но тут просто что-то невероятное. Такой вид, шум моря, бриз морской. Принесли завтрак. Сейчас покушаю и лягу в кроватку свою. Ну что, мы едем на площадку. Удалось немножко отдохнуть, 3 часика поспать в кроватке. Все, едем уже в летнюю эстраду, саундчек. И жду вас всех, мои хорошие. 19:30, летняя эстрада. Это должно быть в моих сторис. Новая коллекция Изи. Боже. Из Германии прям в Анапу. Спасибо. Thank you.
Когда лень, я всегда море, вы понимаете? Кайф. Не знаю, что там.